Официально, матч «Шахтер-Лион» состоится в Киеве. Игра 6 тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер-Лион» пройдет на НСК «Олимпийский». Руководство УЕФА приняло решение о том, что встреча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и французским «Лионом» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Именно такой базовый вариант утвердили в штаб-квартире организации. Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт «Шахтера». В ближайшее время также начнется продажа билетов на матч. Отметим, что изначально матч «Шахтер-Лион» должен был состояться 12 на харьковском «ОСК Металлист». Накануне директор УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что этот поединок пройдет точно не в Харькове. Это уже второй еврокубковый матч в Украине, который УЕФА перенес в другой город. По материалам сайта news.com.